Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. Важные тайные послания ангелов на 13 октября. На этот день, 13 октября, ангелы напоминают вам о огромной внутренней силе, которую вы несете в своем сердце. Несмотря на невзгоды и переменчивость мира, вы обладаете неиссякаемым источником света и любви внутри. Позвольте этому свету осветить ваш путь и принести уверенность и покой в ваш день. Ваше терпение, вера и сострадание являются ключом к тайным гармонии и баланса в жизни. Слушайте свой внутренний голос, оставайтесь верным своему истинному пути. Ваши ангельские покровители всегда рядом, готовы помочь и поддержать вас в ваших стремлениях. Аффирмация на день такая. Я открыта для божественного света и мудрости, которые направляют меня во всех моих делах. Мое сердце полно благодарности, и я притягиваю лишь добро, любовь и изобилие в свою жизнь. Я с уверенностью иду по пути своей души, веря в неограниченную поддержку Вселенной. Вот на протяжении дня повторяем несколько раз. Также сегодня, 13 октября, нас ожидает особенный день, когда окружающие обстоятельства начинают трансформироваться, открывая новые горизонты. Зигзаги на тропинке судьбы иногда преподносят сюрпризы, и в эти моменты наши действия должны быть наполнены взвешенностью и вниманием, чтобы не потерять направление. Слишком строгие требования к себе и неумолимость могут помешать в этот день, поэтому важно их оставить за бортом. Это время для проявления верности своему призванию, которое отражается в наших ежедневных решениях и не должно отходить от центра внимания. Действия, инициированные сегодня с чистыми намерениями, завершатся успешно и проложат путь к благоприятному будущему. У каждого в жизни своя роль, которая несет глубокий смысл, наполняет нас жизненной энергией и силой. Древние тексты Вед гласят, что человек, отдавшийся служению Высшему и следующий своей духовной цели, навсегда останется при своих добродетельных достижениях, и все его усилия принесут плоды, независимо от трудностей на его пути. Мудрость дня такая. Именно в ограниченном сочетании с собственной сущностью и выполнении личных обязанностей, даже если это делается с недочетами, кроется истинная гармония. Совершая деяния в соответствии с собственной природой, человек избегает метки позора и сохраняет душевный покой. Сегодня отмечается день, когда по народным традициям почитается Григорий Соломенный, также известный как День Григория Михаила. С наступлением данного дня существовал обычай обновления обуви, в частности для пожилых дам. Старые лапти, наполненные летними воспоминаниями, отправляли в огонь, отдавая тем самым дань проходящему времени и приветствуя близкое начало зимы. В эту пору также практиковали купание младенцев, дабы их здоровье было крепким на протяжении всего зимнего периода, словно у богатырей. Во внимание принимали также еще и воду. Ранним утром деревенские жители направлялись в храмы за освященной водой, чтобы окропить свои жилища и защититься от злых сил и болезней, почитая верование о том, что таким образом обеспечивается благополучие семьи. В этот день традиционно считалось, что усердие в работе непременно вознаградится. Можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Именины в это время празднуют обладатели имен Григорий, Михаил, Алексей, Матвей, Вячеслав, Леонид и Петр. Люди, рожденные 13 октября, обладают сильным характером, решительностью и склонностью к риску. Они достигают цели благодаря усердию, с гордостью принимают вызовы судьбы и редко сдаются сомнениям, предпочитая логику и эмоции. Ошибки крайне редки и обычно являются следствием стремления к большему. Согласно наблюдениям, натуры, рожденные в этот день, отличаются терпением, волевой устойчивостью и настойчивостью к поставленным задачам. В давние времена одежда играла важную роль в жизни людей и их обычаев. С приближением покрова Пресвятой Богородицы принято было мыться и менять наряд на чистый. Старые наряды следовало оставить в шкафу, ибо суеверия гласили, что изношенные ткани могут принести в дом недуги. Одежда, пораженная грязью и небрежностью, по верованиям прошлого, могла притянуть к самовладельцу всевозможные болезни и неприятности. Накануне покрова активизировались домашние хлопоты, в том числе подготовка к зимним холодам. Народные приметы гласили, что усидчивость и прилежание будут вознаграждены, и доля будет милостива к труженикам. День Григория был отмечен обычаем избавления от изношенных соломенных подушек и матрасов, сжигая их в пламя для очищения от болезней и нищеты. С дымом уходили все негативные энергии, а новые постельные принадлежности призывали в дом благосостояние и здоровье. И проводили ритуал обновления. В этот день обязательно нужно поменять постельное белье.
Приметы гласили встречать и друзей, и родных с открытым сердцем. Но недоброжелателям и незнакомцам места на пороге нет. Ведь даже невольно они могли принести в дом беду вместе со злыми намерениями. Избегайте сегодня также принимать подарки от людей, с которыми не связывают вас крепкой дружбы или знакомства, ибо их дар может нести в себе болезнь. По утверждению предков, леность и праздность нет-нет, да и подведут. С рассветом лучше взяться за дела, чтобы благополучие не покинуло ваш дом, а копилка всегда была полна. Труд укреплял финансовое положение, тогда как лентяев ожидало опустошение в кошельке и возможные бедствия. Терпение и самообладание – вот девиз дня. Вдруг возникающие провокаторы, желающие довести вас до срыва, не должны иметь успеха. Ведь гнев и словесная ярость не решат проблем, но могут заработать вам новых врагов или отчуждение близких. Когда кто-то предложит вам перспективу или новшество жизни, будь то смена работы, финансовые инвестиции, помните, что сразу же соглашаться не лучший вариант. Взвесьте решение, возможно, ваш собеседник манит вас на путь обещаний для собственной выгоды. Поступки наших предшественников учили не спешить и тщательно размышлять перед крупными шагами в жизни. Чтобы защитить свой дом от недоброжелателей и зависти, нужно обязательно протереть свой порог водой. Также, если в доме постоянно идут какие-то неприятности, сплетни, скандалы, то в этот день нужно обязательно провести один обряд. Достаточно просто взять немного черного перца и насыпать у порога с такими словами: «Защитой дома окружаю, все скандалы и ссоры из дома прогоняю». Говорили один раз, оставляли на сутки, через сутки просто выбрасывали. Сны в этот день отражают наши желания, помогают понять, насколько они совпадают с реальностью. Если во сне вы активны, а в жизни испытываете упадок сил, значит, пора что-то менять. Это может говорить о том, что вы застряли на месте и не можете двигаться вперед. Видеть во сне просторное светлое помещение означает предстоящие хорошие новости. Если же снится узкое тайное пространство, стоит обратить внимание на здоровье, возможно, обострение старых недугов. Чтобы жить в достатке и быть здоровым, стоит регулярно пересматривать и избавляться от ненужных вещей, которые накапливают негативную энергию и могут причинить физический вред. Также для того, чтобы из дома прогнать все бедствия и привлечь достаток, то нужно сделать следующее. Просто подметайте коридор, достаточно только коридор. Когда будете его мести, скажите: «Прощайте пыль и грязь, пусть бедность мчится вдаль. Привлечет счастье, вихрь и удачу, да ко мне в дом придет. Пусть в доме моем отныне царя только достаток, здравие и любовь, да будет так». Сказать нужно один раз, далее просто подметаем и мусор выбрасываем. 13 октября – особенный день, когда можно воспользоваться силой слов перед зеркалом для привлечения удачи, благополучия и защиты. Этот древний ритуал помогает сосредоточиться на своих целях, установить контакт с внутренним «я» и создать позитивное энергетическое поле вокруг себя. Почему именно сегодня? Традиционно считается временем для внутренних размышлений и работы с подсознанием. Энергия этого дня способствует самоочищению, перезагрузке, открывая новые возможности для духовного и материального роста. Считается, что говоря перед зеркалом определенной фразы, мы усиливаем их действие многократно, так как зеркало отражает нашу энергетику и намерения. Итак, достаточно просто на протяжении всего дня встать перед зеркалом, посмотреть на себя и сказать: «Зеркало, зеркало, отрази мои мечты. Пусть удача и благополучие ко мне идут без труда, как отражение ясное и светло, пусть процветание приходит ко мне легко». Говорим один раз, этого достаточно. Ну а если вы хотите, чтобы была мощная защита, также перед зеркалом, но скажите такие слова: «Мощь зеркала меня защити, от всех бед и зла сохрани. Образ мой, как в воде, будет нерушимым щитом в жизни моей». Говорим также один раз. А если вы хотите, чтобы была уверенность, то скажите такие слова: «Я уверенность обретаю, свет мой ярко сияет. Все, что скажу и сделаю, процветанием откликнется в деле моем». Говорим один раз. После произнесения заговоров постарайтесь задержать взгляд на своем отражении. Улыбнитесь себе и выразите благодарность Вселенной за все хорошее, что есть в вашей жизни. Данные практики перед зеркалом на сегодня – это больше, чем просто произнесение слов. Это возможность заглянуть внутрь себя, настроить позитивное сознание и привлечь все необходимое в реальность.
Вот попробуйте сами и почувствуйте силу, которая скрыта в ваших словах и мыслях.